Ремсорт. Желтый гигант. На сегодняшний день, 28 июня 2023 года. Собираем ягоду первого цикла созревания светок прошлого года. А на стеблях зеленых мы будем собирать урожай уже в середине августа. Показываю вам ягоду. Ягода сама сочна, сама вкусна. И всех сортов, яка у мене есть. Це желтый гигант. Він десертный. Его очень приятно кушать. Вот именно кто любит кушать малинку с меньшими составом добительных веществ, це той вариант. И кто беспокоится о своей печеночке, о своем желчном, желтый цвет вам поможет в вашем здоровье. И также на обзоре я оставлю ссылочку в описании. Сорт малины. На данный момент вы видите красный сорт малины. Это красная кустова длительного срока созревания. Вот так вот выглядят ягоды. Малинка не тече, малина вся держится от своей формы. Малина вкусна, но вона в цвете должна быть вот такая вот более темнее. Она не ала, не ярка, не такая краса России. Краса России более ярче. Продолжительность плодоношения малины краснокустова в пределах 1,5-2 месяца. У неї, у цієї малини красной, есть сортность. Це сорт из Советского Союза и название было утеряно. Я ее назвала красной кустовой из-за того, что у неї кусты. Формы куста и обильное плодоношение. Я делала обзор на эту ягодку, оставлю ссылочку в первых комментариях под видео. Полюбуйтесь ягодкой. Ну а когда мы будем кушать уже последнюю ягодку, ребята, можете подписаться на канал и потом уже знать, яка ж продолжительность плодоношения цієї малинки красной кустовой с хозяйства Хитрук Елены. Кусты слабо шипі, но шипы не настільки жестокі, як есть у мене у малині краснокримська. На кустику покажу вам, какие есть ягодки. Значит, по крупноте. Конечно, все зависит от почвы и как вы за нею ухаживаете. Если вы любите малинку, вы можете вырастить аналогично такую же самую, как и вырастила я для своей семьи. Ну, куда ты спряталась? Вот такая красавица. Она вот такого алого цвета, но алого цвета рвать пока не стоит. Пускай она потемнее, будет насыщена такого темного, как черешня, как вишня одеска. Темного цвета. Даже для сравнения я вам покажу. Вот две малинки справа и слева. Ту, что слева, можно уже рвать свободно и кушать. По приобретению саженцев обращайтесь по номеру телефона 067-347-68-32. Локация Первомайск, Николаевская область. Отправим вам как желтый гигант, отправим вам в заказе как красную кустову, красную кремскую, краса России и малина 4 сезона.